видеокамеру включаем и поздоровать. А, я думал, сейчас выдержку правильно сделать. Ура! Что вы такие серьезные? Это видео? Наверное. Ну, столько выпусков прошло. Конечно. Так, куда скажете, туда. Это никто не знает. Ну да, телефон взял в руки. Я в 68. Книг. Да, всю года, да. Всю жизнь с радостью вспоминаем, что мы вот были здесь и закончили. Я думаю, что он всем нам помог. Не, ну есть, которые не закончили, но все равно с радостью вспоминают. И бывают с нами тоже здесь. Сейчас уже таких не бывает. Сейчас у нас приходят. Ну что, очень приятно снова увидеть родные лица, с которыми прошли незабываемые 5 лет. Вот. Снова побывать в родных стенах. За многие годы здесь. С одной стороны, очень хорошо, что ничего не поменялось. Все родное, все близкое и до боли знакомое. В будущем, конечно, хотелось бы, чтобы это здание выглядело, конечно, несколько иначе, более современно. И надеюсь, что те проблемы, которые здесь возникают в этом здании, будут решены как нашими выпускниками. Хочу пожелать выпускникам 84-го года, чтобы они сохранили те чувства, те
знания, которые они приобрели в процессе обучения, и сейчас, если по возможности такая возможность будет, чтобы можно было помочь кафедре чем? Словом, делом, присылать своих детей, внуков, правнуков, для того, чтобы все-таки кафедра продолжала работать, продолжала подготовить хороших специалистов. А выпускникам всем здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Спасибо. Тут мы относимся к кафедре к преподавателям, во-первых, потому что, во-первых, нам всем очень повезло с преподавателями. Вот да. Любой из нас скажет, что причем преподаватели не только наши кафедры, вообще во всем институте, математика, физика, все что угодно, мы получили такой импульс вот в начале жизни, такой импульс энергии и знаний, что мы до сих пор, даже если мы, вот многие из нас уже какой не работают по специальности. Какой импульс мне давал экзамен по бактериозе? Я до сих пор забыл. Многие не работают по специальности, но навыки и упорство, и желание, и вообще понимание этого мира через электронику мы все получили. Что...